спрашивали, кто будет проводить этот мастер-класс. Жена. У меня сегодня два семинара получились, мастер-классы таких. Давайте разберемся из вас. Для кого первая, поднимите руку, машина будет здесь, в Португалии. Если человек вам сразу не дал контакт, мобильный телефон, забудьте про это объявление и не тратьте свое время. Надежная площадка какая? Ну, Stand Virtual и Olive. Адвокаты здесь, они очень сильно большие полномочия имеют. Они же и перерегистрируют машины. Потому что дома трошки иначе процедура. Да. Смотреть при осмотре, нет ли течей. Будем сейчас лазить под бампер. Девять мест, где можно было бы покрасить. Я тебе не продам машину. Я добавлю, что снова может таким быть. Я понимаю, но это никто на это не будет обращать внимания. Если, вот, например, здесь нету кантика, здесь нету нигде так называемого перехода, я попробую на той двери показать, да, вам, то, скорее всего, это оригинальная покраска. А чего тут? Бывает або ремень, або цеп? Да. Поэтому, если вы видите масло, которое не менялось, непонятно, тысячи, десятков тысяч черного цвета, то лучше не покупать эту машину. Течек таковой нету. Наши люди и тут, вот, поэтому для наших людей мы делаем вот такое вот благотворительное мероприятие. Ну вот когда я вижу такое масло... Масло меня? Ну конечно, это дизельное масло. Это не бензиновое, это масло не для бензиновой машины. Либо не Мининое, либо самое дешевое. Это не Мининое масло, оно не течет. Не постесняюсь напомнить еще раз, если поддержите нашу навару, нашу для ЗСУ. И если сделаете репост у себя с отметкой, понравилось, не понравилось, что понравилось, может быть, какие-то советы, рекомендации, мы всегда открыты.